Основы рационального природопользования. Почему мы не можем утверждать, что человеческое общество уже вступило в эпоху ноосферы? В эпоху ноосферы может вступить лишь высокообразованное общество, понимающее свои цели, способное соизмерять свои потребности с теми возможностями, которые дает ему природа. Мы пока этого не достигли. Почему наше общество можно отнести к обществу одноразового потребления? Для такого общества характерна нерациональная, расточительная эксплуатация природных ресурсов. Для сохранения человеческой цивилизации необходимо построить природосберегающее общество, разумно использующее природные ресурсы и заботящееся об их возобновлении. Как вы считаете, сможет ли человечество преодолеть экологический кризис? Только активная работа во всех областях человеческой деятельности по формированию нового отношения к природе, разработка стратегии рационального природопользования, природосберегающей технологии будущего смогут решать экологические проблемы сегодняшнего дня и перейти к гармоничному сотрудничеству с природой. Разработка совершенного экологического законодательства и создание эффективных механизмов его реализации – непременный элемент построения общества, живущего в гармонии с природой.